Ты держись, держись. Лучше снять не могу, друзья. Мотыляется мост капитально. Чтоб все заснять. Машем ручкой! Сегодня у нас озера Домбайские. Маршрут, сказали, довольно тяжелый должен быть. Ну, большая часть его пути, наверное, 3/4. Это, в принципе, просто лесная горная дорога. А вот потом сказали, что понадобятся руки, потому что придется кое-где ползти на четвереньках. Ну, имеется в виду, в гору ползти, хвататься за камни. То есть руки понадобятся. Очень-очень живописная дорога. Она проходит рядом прям с рекой. На все время будут эти гулярики. Перекашивают сбоку, вода чистейшая, красивая. Вот вот так вот давай обойдем, посмотрим, как будто дракон смотрит в воду. Ага, да-да-да, голова дракона. Местный достопримечательность, голова дракона. Даже вот отсюда, глянь, нос вот прям что-то вот берет. Голова дракона. Сказать, из детей никто не сдался, хотя вчера даже пострадал кое-кто. И детский сад наш сегодня в полном составе. И со своей вожатой Тони. Нас обманули, причем жестоко. Это была очередная шутка со стороны нашего проводника. Он сказал, что первые или 3/4 пути будет дорожка такая ровная, прямая. Ну, мы подумали, что она пологая, потому что потом он сказал, будет крутая, на четвереньках полезем. Ну вот мы уже все время идем вверх, причем по крутой дороге с уклоном не менее 15 градусов, а может даже больше, мне кажется, 20, даже больше местами. Она хороша только тем, что она сухая, без травы, и она натоплена. То есть это парковая такая, ну не парковая, а заповедная дорога, то есть заповедник. Представляю, что будет дальше, но вообще очень красиво. Торопись только. Торопись только, пожалуйста. Там все собираются. Посмелей, посмелей. Здесь главное именно смело. Раз, раз, и все. Как будто на земле, да. Молодец. Следующий. Еще нога не болит? Нет. Отлично. Вот так мы и все выяснили. Там круче вниз.
Серьезно? Курумник, да? Курумник, да. Курумник. Вот эти камни сзади засыпал. Он мог снять в поршенчик. А я снимал уже. Так. Вон. Да, вот речка течет прям пока. Вот, наверное, вот прям. Вот оттуда сель сошел. Да. Вот эта выемка, вот, наверное, выломила оттуда вот это все. Таким треугольником перевернуто. Да, 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 да. Подходим ко второму озеру. Прям бирюзового цвета. Обалденно. Очень красиво. Что же сейчас будет, когда мы подойдем еще ближе? Пошло запись. Здесь только по краешку можно. Понял? Молодцы, да? Там сразу глубоко, да? Какая там сразу глубоко? Какая там глубина? Какая глубина? Там сразу глубоко. Ну что, Тош, вперед! Сними горники, пожалуйста, я могу настроиться. Ну давай, вперед. Ты блестишь, Тош. Блестю? Да, давай, Тон, давай, все. Класс, да? Ну как ощущения? Непередаваемые? Па-бам, па-бам, па-бам. Что-то все блестят так. Ну ладно. Даже без крика. Она просто не смогла крикнуть, у нее занялось. Ну как, муняш? Как тебе? Голова не упала. Сейчас прямо ноги. Ну что-нибудь скажи. Классно. И попить сразу надо. А, нужно вот так. Запотевшая. Давай, следующую. Давай сразу сюда ее. Сюда давай сразу мне, я буду пить. Вот. И что, это на самом деле?
Красота! Отлично!